новинка от компании Marlin, трубка Dry Top. Данная трубка прошла все испытания для удобного и комфортного использования ее в воде. Трубка имеет верхний и нижний клапан. Верхний клапан с маятниковым ходом. Срабатывает мгновенно при попадании под клапан воды, тут же перекрывает отверстие, через которое происходит вдох. Удобное крепление ремешка маски к трубке происходит через вот такой вот отстегивающийся адаптер. Адаптер устанавливаем на ремешок маски, после чего легко монтируем его на свое место. Удобная прямая гофра, очень эластичная, двигается легко во всех направлениях. Загубник выполнен из гипоаллергенного силикона с анатомическим прикусом. Нижняя часть загубника оснащена лепестковым клапаном, который работает только на выдох. Данную трубку можно использовать как любителям снорклинга, подводным охотникам, начинающим, те, кто любит полазить вдоль камышей на небольшой глубине, и дайвером. Прямая гофра не создает дискомфорта, когда дайвер удерживает загубник регулятора. При выходе на поверхность он легко подгибает трубку и передвигается по поверхности уже с трубкой. Такие трубки Dry Top можно приобрести в нашем официальном интернет-магазине и посмотреть на нашем сайте marlinsub.com.